Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. Ну что, у нас 4 новые миссии, и мы сегодня их будем пытаться проходить. Так, 405, 406. Тут я 2 миссии проспал, как обычно. Ну что, уровень сложности невозможный. Обычно мы так начинаем. Так, и поехали. Прокачиваем наших добытчиков. Дальше мечники. И у нас еще 2 балла. Но, наверное, на копейщика сольем все. Ну что, я готов пережить ночь. Задание, то есть опять на нас будут 100% идти зомби. Другого тут не дадут. Так, раз, два, три, четыре. Ну, наверное, 5. 5 добытчиков мы сделаем с тобой. Пока тишь. Ну, ребят, я больше уверен, что на уровне невозможном пережить ночь у меня не получится, скорее всего. Потому что мы уже частенько пытались. Так, у меня чем-то есть здесь путевой? Да нифига нету. Только лишь... Не, нету ничего. Если я возьму лучников, мне кажется, что 100% здесь будут бегуны. А бегуны, насколько мы знаем, они сразу же нападают на лучников. То есть они их разбомбят в пух и прах. Ладно, мы сейчас посмотрим, как тут будет у нас происходить дела. Пока они идут небольшими группами, довольно медленно. Но хочу сразу сказать, что эти зомби будут падать. Ну и, наверное, опять же воскрешать, скорее всего. Я вот думаю, стоит ли мне... Ну сейчас посмотрим. Ну да, 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 вот у них двойная жизнь, друзья мои, блин. Что терпеть не могу. То есть он падает, мы его должны, блин, добить. А вот и бегуны, друзья мои. Вот они, бегуны. Бегуны, естественно, сразу же нападают на моих шахтеров. Сразу же бомбят именно их. И тут будет очень, друзья, проблематично, мне кажется. Капитан, как ты долго делаешься? Ну, господи, ну почему так долго все? Все, ребят, ну, начинается, короче. Ты посмотри, сколько мы с ними долго возюкаемся здесь. И это только самое начало. Только-только начало, ребят. Лучник там бомбит, а это бесполезно. Потом, о, идут эти. Тут уже и бегуны. Так, давай еще одного капитана с тобой возьмем. Капитана. Армия маленькая у меня. Вот с этим, как долго будем сейчас возюкаться. 100% здесь еще будет босс. Я больше чем уверен. Обычно без босса тут некуда. Пипец, ты посмотри. Посмотри, что происходит. Мой копейщик просто там пытается с ними. Нет, нет, нет. Мы с одним капитаном, вот с зомби-копейщик, мы даже с ним справиться не можем. Ну и плюс еще, естественно, тут бегуны. Потом плевуны пойдут и так далее и тому подобное. Хотя копейщик довольно долго, ребят, стоял. А тут их 2. 3. Плюс бегуны. Ну, все это, по-моему, трэш полный, ребят. Хотя, ну я попробую, ребят. Если не мы не пройдем на этом уровне сложности, естественно, мне придется понижать. Само собой. Ядрен, матрен, что происходит, а? Я не могу армию даже выше 30-ки поднять, потому что они уничтожают. Вон, что они вытворяют, видишь? Так, 29 из 50. А там, наверное, ё-просте. Хотелось бы, конечно, поставить лучника. Очень сильно хотелось бы, но... Сразу идут на добытчиков, они понимают, они бегут на добытчиков. Ушлепки несчастные. Мага, стоит ли мне мага вызывать? Наверное, не стоит. Ё-парасоте. Ох, будет сложно. Деремся до последнего. Да, блин, ты посмотри, у меня опять 28. То есть армия не успевает накопиться у меня.
Так, лидер вышел. Просто я тебе говорил, что будет такая фигня здесь, друзья мои. Что босс обязательно здесь появится. Слушай, а что у меня есть? У меня... Да ничего толкового нету. Давай, наверное, вот этого вызовем с тобой. Так, просто, чтобы был. Фига он его перевернул. Друзья, он... Оу, так это не последний. Это не последний, ребятушки. Да почему мы так... Давай в атаку тогда, блин, побежим. Половина просто стоит без дела, ребят. Сейчас он начнет херачить. Ногами притаптывать, как всегда. Ты посмотри, мы с одним из капитонов. А это босс капитонов. Ты можешь представить, сейчас он будет как бомбить нас. У него атака-то. Мама, не горюй. Ё-парасете. Тут еще не легче. Ты посмотри, 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 сколько... Сколько мы его бомбим, и пофиг. Слушай, может быть, это последний все-таки, а? Мне бы хотелось бы в это верить. Что это последний, и, возможно, мы сможем пройти с тобой на уровне сложности невозможной. Да, я больше никого не вижу, ребят, пока. Надеюсь, надеюсь. Мы, конечно, долго его будем пинать. По 21, 15, тут 42 проскальзывает. Это, видимо, крит идет. Можно еще, знаешь, что сделать? Побольше лучников. Хотя лучники против копейщика. Это бесполезно. Сколько там он урона? Так, подожди, нам нужно отступить, ребят. Почему? Потому что если мы его за экран будем загонять, мы не будем наносить ему урона нужного нам количества. Так, давай еще одного капитона возьмем. Так, подойдет, пускай поближе. У нас как раз здесь доделаются войны. И уже тогда, сломя голову, побежим в атаку. Давай, погнали. 10. Ребята, 10 единиц урона наносит лучник наш. Но это ни о чем, конечно. Мне нравится то, что он ничего не может делать, не успевает. Он наносит урон, как бы, но... Мы... Так, сколько? Одного уже у меня шлепнул. Второго шлепнул. Третий погиб. Так и будет, такая дорожка из наших стикманов. Ну что опять? Есть. Прошли, друзья мои, но уровни невозможны. Это круто, я думал, что не подтянем. Но, как видишь, все хорошо. Продолжаем. Так-с, плавненько переходим на 406-ю миссию. Ну что, ребята, опять же берем уровень сложности невозможный. 25 очков дают нам для улучшения. 25 очков, ну это же не просто так. Ведь это же не просто так. Сделаем таким вот образом. Кто здесь против нас будет, пока не знаю. Уничтожить статую врага. Знакомая миссия, что-то до боли. Это где мы должны будем... Что это? Это где мы должны будем пробиваться, а потом... Фига у него... У него мечники-то. И такие есть. А это мои прокачанные называются мечники? Вы серьезно? Или это просто они автоматом уже здесь плодятся? Сейчас проверим кое-что. Нет, мои мечники есть. А это, видимо, какую-то, я не знаю, дополнительная помощь, что ли? Вспомогалов какая-то. Так, возьмем лучника, наверное, двух даже. Пускай они ломают. Слушай, он очень много мечников там делает. Наверное, нам нужен будет еще один капитон. А может быть, даже два капитона. Так, пока он это все ломает. Блин, там лучников настругал дофига. Мага, стоит ли мне мага вызвать? Наверное, нет.
Так, ну что, первую баррикаду они уже почти сломали. Почти. Опа, а что это они? А что это они отступили? Нам великана дали. Ему, наверное, тоже дадут великана, скорее всего. Слушай, великана дали прокачанного, прикинь. Мага дали там. Что-то будет, я чувствую, такое лютое здесь. Он почему-то дальше не пошел. Нет, побежал. Накопил типа армию, довольный, да, и ломанулся на нас. Так, сделаем с тобой побольше мечников. Слушай, оно что-то елозит, елозит и отбегает. Очень много копейщиков у него, посмотри. Естественно, ребята, у него будет преимущество 100%, я имею в виду по силе, потому что уровень сложности невозможный. Его лучники нас будут тут разносить в пух и прах, скорее всего. Ну давай, наверное, попробуем в атаку пойти. Не знаю, что из этого получится, конечно. Баррикады мы ломаем, конечно, быстро. Очень быстро. Пипец, у него, конечно, армия прокачанная там тоже. Давай еще магов возьмем. Сейчас мы глянем, как тут все это будет происходить. Так, мы пробили, пробили, уже идем. Ну, я думаю, что не стоит им здесь давать расслабляться, друзья мои. Просто не стоит. Надо постоянно их держать в ежовых, так скажем, рукавицах. Да, очень мощно стреляют. А вот, ребята, у них тоже великан появился. Так, они не стали отступать. Тут они отступать не стали. И именно ждали, выждали великана, ребята. Вот он, великан пришел, и тут, как ты видишь, это мой непрокачанный вышел. По-моему, друзья мои, тут пахнет дело керосином. Судя по тому, сколько мы бомбим и сколько мы отнимаем у него здоровья. Угу. Да. Это мои великаны идут. Я же их не прокачивал. А обычные великаны. А вот эти вот, которые шли, это прокачанные уже, которые дают нам автоматически. Смотри, маги бомбят. Ёпрст, ну еще не легче. Ребята, травяной великан появился. Ну, я его так называю, травяной великан. Так а где мои все армии-то? Никого вообще нету, пустота. Просто пусто. Ага, травяного. Нет, не завалили, ребят, еще не завалили. Сейчас забьем. Есть. И все, и сразу же. Посмотрите, смотрите, 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 что делают. Они сразу же, друзья мои, отступают. Ладно, я, наверное, через, как говорится, не хочу. Попробую. Посмотрим, кто здесь придет сейчас. Кто выйдет. Вон, 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 вон армия. Что там, желает, желает нам удачи. Фига там луч, ты посмотри, сколько у него лучников. Ты посмотри. Ё-моё. Меня вот это вот всегда, ребята, блин, выбивало из себя, что у него почему-то сразу начинается пониженный урон по замку. Слушай, мы, наверное, все-таки пробьем его. Хрен там мы пробьем, пришел великан. У меня армия 40-50. Вообще ни о чем, короче, армия, ребят. Отступаем нафиг. Вот эти вот говнюки, короче, все мне испортили.
Ни капитонов нет, никого, блин. Да я даже сделать здесь ничего не смогу. Да, 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 только лишь из-за этого долбанного великана, ребят. Они мне подкидывают какую-то, я не знаю, там, шелупень. Смотри, посмотри, 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 посмотри. Вот как я должен с такой вот армией справляться? Нет, это невозможно, ребят. Я попробую взять великана. Кого я там взял, блин? Все, его завалили уже. Все, ребят, походу... Да вы будете бежать в атаку-то, ну? Кому бежать-то? Если армии уже нету. А у меня отнимается здоровье на базе просто моментально, ребят. Там второй великан. Второй великан пришел. Все. Это крах. Не добить вот столечко. Да. Там даже яромечники не помогут. Да все понятно, короче, сдулся. Давай. Выход. Сначала начну, ребят. На этом уровне не потяну я. На этом уровне я не справлюсь. Возьмем просто хард. Вот на харде я их сейчас порву. Вот увидишь. На харде я их порву. А на том уровне сложности нет. Вот так вот сделаем. Лучники тут я, как понял, не совсем актуальны. Так что... Подожди, а что такое случилось-то? Я же... Я что, нажал не туда? Блин, да какой магазин, господи, ну какой магазин, что ты делаешь? Выйди из этого магазина. Магов, наверное, лучше я усилю. Все, готов. Раз, два, три. Сейчас увидишь, какая будет разница и по атаке, и вообще по всему. Мы их тут разнесем в пух и прах. Той армии, что у меня была, мы бы разнесли. Ты видел, сколько великана надо было бомбить? Просто ни один великан мой погиб от его великана. Так что о чем тут вообще может быть разговор? Так, сейчас мы сделаем с тобой небольшую армию. Ну, понятно, что у него тут тоже солянка, кстати, у него травяные. Куда вы побежали? Куда вы побежали, олухи? Так. Ну, допустим. Будем лучников заказывать или нет? Давай, наверное, капитона возьмем. Две штуки. Наверное, лучников бы не помешало бы взять. Я не знаю, сколько там. Ну, как бы с десяток бы хотелось взять. Но, опять же, они не прокачаны. Может быть, даже не стоит на них тратиться. Че они там выделываются? Они выделываются. Они выделываются. Но это... Понятное дело, что здесь... На этом уровне сложности им не сдобровать. Прикинь, меня разнесут сейчас в пух и прах. Вот будет весело. Ну что, великана будем заказывать? Я думаю, что стоит. Позвать великашу одного. И напасть на них, пока они, наверное, не успели еще такую армию сделать. Давай потихонечку начнем. Нам бы мага заказать бы еще. И желательно несколько. Как вариант, да? У него пока там тишь. Ломаем, 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 ребята. Не стоим, не дуркуем. А, у меня копейщик не прокачанный. Плохо. Так, а великан-то мой... Вон он идет. Давай посмотрим, что у нас получится. Будут они... Наверное, отступать будут сейчас. Ну да, конечно же. Конечно, они будут отступать. А
А мы будем нападать. Если я вот думаю, если мы вот, например, сейчас с тобой вот эту вот армию оставим. Хотя нафиг я пойду на их это. Вот, ребят, смотрите, урон. Не такой мощный, как был в первый раз. Что там, блин, с трех выстрелов они сносили мне великана. Здесь все немножечко по-другому идет. И смотри, как у замка отнимается здоровье на этот раз. Вот, 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 вот. Пришли, пришли эхламоны. Но чувствуется разница, ребят. По мне так очень чувствуется. Поэтому вот, вот сейчас посмотрим на великане, ребят, как это будет происходить все. Как мы будем, сколько урона будет наносить на великана и сколько будем наносить урона мы. Пока мы ему еще ничего не нанесли. Где у него здоровье? А, мы базу быстрее запинали, чем великан. Мы даже его не трогали почти. Я же тебе говорил, на харде, да, мы вырубаем почти любого. На уровне невозможно, сложновато чуть-чуть. Так, ну что, этот этап у нас пройден. Что-то тут дофига всего у нас. 15 очков всего дают. Ну, если 15 очков дают, естественно, ребят, я все вкладываю в наших яромечников, так скажем. Готов. Так, уничтожить статую врага. Так, нам дают стрелы. Блин, по-моему, я вспоминаю этот уровень. Стрелы. Наверное, будет сложно здесь. Ну, давай я тоже возьму яромечника, фиг с ним. Ой, капитона. Кто там у него? Капитон. Выходит мечник. Что-то как-то... Мне кажется, подфризивает. Нет? По-моему, подфризивает. Чуть-чуть, да, что-то, ребят, подклинивает. Игра. Какие-то задержки, паузы там небольшие есть. Ну, его мечники, соответственно, ребят, будут на порядок мощнее, чем мои. Мы, кстати, можем это сейчас проверить. Давай просто вот на... вскидку. Посмотрим хотя бы, сколько по урону у нас получается. Ну, видишь, да? Чувствуешь разницу? Отступаем, отступаем, отступаем. Сейчас эти выйдут. Они уже вышли. Один выстрел, все, ребята, мечника просто нету. Офигенно, да? И мы их тут опять встречаем с распростертыми объятиями. На! Так, я думаю, что, наверное, еще. А что у него такие работяги-то живут? Ты посмотри. Чего? Это что за работяги такие, которые, блин, хлеще, чем я не знаю? ребята... Я думаю, тут без комментариев. Я работягу не смог. Даже... Ну как, я смог его уничтожить? Ну ты видел, сколько? Пипец. Просто по две стрелы выпускает, ребята, и все. Ну хоть что это значит? И он сразу, ребята, отступать побежал. Прикинь? Блин, да я не прокачивал их. У меня есть даже и лучшие. Они не прокачанные, ребят, будут.
А он, как всегда, он, смотри, он забегает туда и выходит опять с этой армией, сколько у него и было. То есть, блин, два лучника плешивых и три мечника. Вот такая у него команда, блин. Мне кажется, я просто здесь теряю время. Просто теряю время. То, что оно... Ладно, давай еще сделаем. Ну-ка, что там? Вот, еще один, ребята, у него лучник появился. Ну что, давай проверим. Точнее, не проверим, а немножко их... Вот капитон, ребят, нормально. Он первый выстрел, по-моему, блокирует, насколько я могу понимать. Первая стрела, которая летит, он сразу прикрывается щитом от нее. Просто не хочу ему давать тут. О, копейщик, ребята, у него появился еще. Фигня полная какая-то получается. Да я все равно его буду изматывать. Просто мне времени жалко. Знать бы точно, сможем ли мы здесь прийти или нет. Ну вот смотри, блин. Уже по здоровью, как мы просили. А у него нифига. У него такие легкие подранки, так скажем. Наилегчайшие, да, скажем так. Ну что, великана что ли звать? Не знаю. Или мага? Так а маг что здесь? Видишь, потихоньку не стреляет и... И таким образом, блин, здоровье. Почему-то там вот они не стали сбегать. Стояли до последнего здесь. Нифига, ребят. Может, еще лучников наклепать? Давай еще сделаем немножко лукарей, так чтобы... Лучники медленные, блин. Промахнулся. Как только они уходят, мы сразу нападаем. Потому что я не хочу, чтобы они тут золото таскали у себя. Есть, одного мишка зашатал, ребят. Нормально? Вот это сейчас нормально было, ребята, сделано? Вот теперь представь, когда мы будем стоять, бомбить ему статую, они будут по нам обстрел вести. Сколько у меня там будет трупаков? Он-то в армии нифига не теряет. Понимаешь? Он от армии нифига не теряет. Вот мы ему подбили человечка, сейчас он... Один выстрел, один труп. Замечательно. А если у него там босс? Ой, босс, великан. Он просто размотает нас и все. Нет, это несправедливо, конечно. С таким охренительным уроном. Ну, и как вот тут быть? Ладно, друзья, я пойду на свой страх и риск, короче, бомбить ему базу, ну его нафиг. Потому что мы так будем сейчас с тобой вечность туда-сюда, хотя мечников вроде бы я не вижу. Нормально? Обстрел, блин. Да ладно. Копеечка завалили в коем-то веке. Просто три стрелы. И нашего копеечка не... Ой, мечника нету. Три стрелы и мечника нету. Ладно, я, ребят, наверное, все-таки буду бомбить статую. Ну его нафиг.
Вот смотри внимательно. Опа, внимание, враг вызвал подкрепление. Подкрепление в чем заключается? Вон. Пипец, жесткое подкрепление. Почему у него такие работяги-то живучие? Ты посмотри. Я офигею, блин. Мечник ему в спину бомбит, бомбит. Ему пофиг, а что там происходит-то? По 3 урона. 3 урона. Давай, лучники, расстреливайте базу, ой, башню его. И мы пройдем этот уровень. Ну, есть. Они не успели, ребят. Ух, прекрасно. Мы это сделали. Так, у нас получается один уровень, 408, ребят. Опять 15 очков. Мало, конечно, этого. 15 очков. Так, сюда потратимся. Потратимся сюда и на капитона. Я готов. Давай посмотрим. Как всегда, уровень невозможный для начала, а потом уже будем смотреть. Так, опять уничтожить статую врага. Нам дали элитного лучника, так скажем, да? Пипец. Ну все, как только я вижу, ребят, что вышел копейщик в фул прокачке, тут уже говорить не о чем. На невозможном уровне. Что он мне дал элитного лучника? Что он мне поможет здесь, что ли? Да нет, конечно. Лучников здесь тоже против него бесполезно брать. Так, у него и костяные еще. Как-то разные, да? И костяные, и такие. Ну ладно. Да еще, наверное, одного добытчика сделаю себе, чтобы побыстрее все это. Все это дело шло. Ну давай возьмем лучников двух. Ну что, напробовано, наверное, да? Давай попробуем. Посмотрим хотя бы, какая у них там сила. Да охрененная сила, ребята, у них. А, так они... Ну да, 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 ребят, костяные же. Они же еще в зомби превращаются после смерти. Я и забыл совсем про это. Блин, это плохо. Это, друзья мои, чертовски плохо. Опа-на. Прикинь. Прикинь, этот щенок на меня ломанулся. И вот сейчас эти зомби еще будут вылазить. Вот они и отвлекают как раз. Лучников что-то маловато как-то. Ага, они сразу, да? С маточки дали. Да в плане, блин. Ну вот, ребята, еще. Еще идет армия. Давай угасить их. Тырки, а? Вот тут тырки. Ладно, этого сейчас щенка завалим. И опять, смотри, и опять три. И опять они побежали обратно. Ну ладно, я буду тогда их вот так, ребята, контрить. Возьму еще лукарей и закажу. Потому что лучники вроде бы здесь неплохо так справляются. Тем более против этих-то... Вообще милое дело. Вообще милое дело. А если я еще закажу себе мага в костяной броне? Это будет, наверное, хорошо.
Они специально, ребята, так делают. Они не хотят, чтобы я подходил близко. Ну что, берем или не берем? Мне хочется взять, ребят, мага. Я, наверное, возьму все-таки одного мага. Вот смотри, видишь, одного подбили. Сейчас оба, они бегут вдвоем. Сейчас еще один у них будет костяной рядом с ними. Так, 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 так. Давай мечников. Блин, они успели, нет, не успели. Думал, сейчас все-таки пойду золотишко добывать. Но нет. Мы им не дали такой возможности. И опять в атаку. Так и будем, тени толкай. А, смотри, их двое осталось. Неужели денежки кончились? А? Неужели деньжат у вас кончились? Щеглазадые. Что даже не можете себе позволить купить копейщика. По-моему, так. Слушай, да, по-моему, так и происходит, ребят. Великана, великана я не хочу брать. Давай возьмем еще одного мага. И тут остатки роскоши. И армия фул у нас будет. И я так... Смотри, он от безвыходности просто на меня побежал. Но я тебе говорю, если сейчас у него будет, как обычно, вот это вот подкрепление, как они делают. Епа, я РСТ подставился. И если там будет вот очень много мечников, блин, ну смотри, очень много мечников, ребят, будет, если у него, то нам здесь будет плохо. Ну, во-первых, мы их бомбить будем, но от них будут вставать трупы. Мы будем отвлекаться на эти трупы, и вот это вот волокита будет одна и та же. Ладно, я попробую, ребят, нападать уже, потому что у нас фулл армия, нам больше с тобой, грубо говоря, копить нечего здесь. Просто проверим. Просто проверим, как оно сейчас тут пойдет. Кого он там вызовет в подкрепление. Ну вот, 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 ребята, костяные эти. Да, так оно и будет сейчас. В костяной, блин, броне все эти охламоны здесь. Мак, ну как ты долго, ну как ты долго тупишь, а? Смотри, смотри, вот они, два мага стоят, тупят. Но, тем не менее, мы с тобой пройдем этот уровень. Как видишь, очень даже неплохо получилось. Да, друзья мои, победа за нами. И мы... Слушай, кстати, у нас... У нас сундука нету, да? По-моему, нету. Если я не ошибаюсь, мы сундук не заработали. То есть у нас нету определенного количества. Ну да, ага. А, нет, подожди, вот. Есть, что это я? Открываем, ребят, сундук. Да ладно. Костяной добытчик. Так, оболочки. Где наши? Так, вот, ребята. Ах, хорошо как. То есть теперь, если добытчика моего убьют, из него возродится скелет. Это лучше, чем обычный травяной добытчик. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.